Господин президент Владимир Владимирович, много лет назад на собрании украинской интеллигенции в Киеве вы читали Шевченко. Мы были потрясены, как вы это делаете, с каким чувством. Я в ответном слове читала Марину Цветаеву. Если душа родилась крылатой, что ей хоромы и что ей хаты, что Чингисхан ей и что Орда. Два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых. Голод голодных и сытость сытых – это стало проблемой, большой проблемой на Украине, правильно говорить, в Украине. И народ не захотел с этим мириться. К моему 70-летию я получила почетный и дорогой мне орден дружбы народов. Наши народы дружны. Были, будут, всегда дружны. Я прошу вас от имени всех матерей, от имени всех людей Украины, пощадите наш народ. Не должно быть войны. Так не должно быть. Я по роду своей работы объездила всю Россию. Я ее знаю. Бесконечно люблю русских людей. Бесконечно. Но я люблю и свой народ. Всем сердцем, всем своим существом, всей своей кровью я предана своей земле и своему украинскому народу. Нет войне. Ее быть не может. Народ всегда будет бороться за свою свободу, за свое человеческое достоинство.